Да, все есть. Так. Слава Иисусу Христу, слава Господу. Спасибо, Боже, за все. Вот сегодня воскресенье. Сегодня начнем с молитвы, поблагодарим Господа. Вот, и пусть Бог благословит сегодняшнее собрание. Алексей Иванович не смог быть сегодня с нами, но вот вы же одна плоть, вот, поэтому он тоже присутствует не только духом, но и плотью тоже. Слава Богу, благоставляем его сейчас на работе, там, на службе. Вот, и благоставляем всех братьев, вот отца Виктора, который должен тоже быть, благоставляем его там в дороге, где он сейчас находится. Вот, и благоставляем братьев вот со Львова, сейчас подключающихся. Кстати, да, вот пастор Андрей Микитишин передает привет. Вот, да, от него личное персональное поздравление там и приветание. Это церковь Агапа, церковь Агапа. И другая церковь, где я буду тоже там в следующую там, неделю, это Більша Благодать церковь. То баптистская, а то Пятидесятницкая, то баптистская церковь. Да, слава Богу. Так что везде Божьи дети сегодня славят Господа. Разные собрания, разные служения, разные конфессии. Вот. Но самое главное, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Нас объединяет Дух Христов, Дух Иисуса Христа. И вот прочитаем слово. Я вначале провозглашу это слово. Вот, и начнем. Из Евангелия от Иоанна слова такие. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня имеют жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни». Аминь. Вот послание любви, послание Господне. Помолимся, друзья. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Ты есть хлеб жизни. И имеющий Тебя, вкушающий Тебя, кушающий Тебя, Боже, растворяющийся в Тебе, а Ты растворяешься в нас, в этой любви. Боже, имеет жизнь вечную, вкушающий Тебя, плоть, кровь Твою, это жизнь Твоя, которую Ты отдал за нас, положил за нас. Спасибо, Господь, спасибо. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Ты сказал, я и Отец одно, и сегодня, Боже, мы верующие тоже провозглашаем, Господь, Слово. Говорим это от сердца, что мы и Ты, мы одно. В Боге мы одно. Спасибо Тебе, Господь. Ты есть хлеб живой, и Ты в нас живешь. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Благословен Господь. Благословен Бог всемогущий. Аллилуйя. Слава Тебе. Братья, благослови Господь и всех нас, всех, кто подключился, подключается, приветствуем. Да, слава Богу, слава Богу. Бог, приветствуем, приветствуем. Благословение. Аллилуйя. Спасибо, Господь, за этот день воскресный, спасибо за это собрание. Благослови и во этом ходе, всем на этом собрании. Учи нас, наш дорогой учитель, наш наставник, сверхъестественный. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все. Благословен Ты, Господь. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое. За победу Твою, за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу. Благодарим
Тебя, Отец, благодарим. Тебя, Иисус, благодарим. О, Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За Голгофу, за кровь мы тебя благодарим. За воскресенье твое, благодарим тебя, Отец, благодарим тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, Боже всемогущий, за милость Твою, любовь Твою, за Слово Твое, которое есть истина, за воскресение Твое, Боже. Ты есть воскресение и жизнь наша. Слава Тебе, Господь. Благослови нас. Благослови, аллилуйя, благоставляй. Здравствуйте. Я прорываю. Все, ну то, что ломится до сзади, думаю. Стучащему. Да, стучащему отворяет, буквально в Писании точно. Так что, слава Богу. Саша с маленькой, да? С маленьким. Так что благоставляем Сашу и Мишу, там все благоставляем. Да, спасибо, Господь, Боже, за детей наших, внуков наших, Боже, за милость Твою к нам. Спасибо Тебе, Боже, благослови, Господь, сегодня нас, благослови сегодня, Боже, своим этим духовным пробуждением, пробуди народы, Господь, здесь, в Киеве, здесь, на берегах Днепра, пусть льется эта песня, Иисусу слава, Иисусу слава, пусть это чудо духовного пробуждения душ, сердец человеческих, Господь, возрождение свыше происходит, Боже, во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Господь. Иисусу слава, Иисусу слава, луна и песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття, через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує віки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава,
Співає вільна Україна. Люди України, підіймайте руки, прославляйте сина. Він єдиний Бог, і він своєю кров'ю розірвав кайдани. Він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над силами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна, Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Алілуя, алілуя, слава, 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 спасибо Господь, все. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной всей. Благодарю Тебя, Боже, за Твое духовное пробуждение, Господь народов. Боже всемогущий, благословен Ты, Царь наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, Иисуса Христа, праведника, Агнца Своего, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за дар Твой свыше сошедший, жизнь вечная, хлеб жизни за Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, что кровью Твоею святою омыты мы от всякого греха, кровью Твоею святою, Боже, спасены, возрождены. Слава Тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя.